кофе, но хочется чего-то сладкого, но быстрого. Клубника в шоколаде. Пойдемте. Для начала промываем и просушиваем клубнику. Выкладываем на доску и убираем в морозильник на 10-15 минут. Растапливаем шоколад. В растопленный шоколад добавляем растительное масло. Мы все подготовили. Достаем клубнику. Клубнику макаем в шоколад и кладем на пергаментную бумагу.
Отправляем в холодильник на 30 минут. Вот, другое дело.